Заместитель председателя правительства Московской области Юрий Олейников, курирующий муниципалитеты Южного Подмосковья, совершил рабочий визит в Серпухо, в ходе которого совместно с главой города Дмитрием Жариковым и председателем городского совета депутатов Игорем Ермаковым посетил губернский профессиональный колледж. Вначале гости посетили корпус на улице Фестивальной. Директор одного из лучших образовательных учреждений России Александр Лысиков провел экскурсию по корпусам, рассказал о достижениях учебного заведения, познакомил с особенностями образовательного процесса. Так, например, будущие сварщики осваивают профессию на самом современном оборудовании, а обучающиеся на автомехаников могут, не выходя за стены колледжа, проходить практические занятия в автомастерской. После экскурсии уже в главном корпусе на улице Фирсова прошла встреча Юрия Олейникова со студентами и преподавателями всех подразделений губернского колледжа. Доступной для молодежи форме гость рассказал о стратегии губернатора Московской области Андрея Воробьева, в частности, о ее социальной направленности. В этой части мы не сдвинемся ни на шаг, мы все исполним, все обязательства, которые мы на себя брали, то есть все платежи, все заработные платы социальным работникам, все, что связано с льготированием и так далее. Все будет так, как мы договаривались. Более того, поскольку нам удается заработать дополнительные доходы в бюджет, мы их сразу же тратим на новые социальные проекты. Большая часть социальных проектов направлена на поддержку пенсионеров. Это доплаты к пенсиям, льготы в сетевых магазинах. На встрече также поднимались знаковые для региона темы. Уборка и утилизация мусора, инвестиционные проекты, решение вопросов в системе здравоохранения, капитальный ремонт домов и, наконец, проблема парковки в крупных городах. Губернатор сформулировал эту тему, и муниципалитеты все готовят программы, объемы, мы просчитываем, сколько нам нужно денег. В завершении встречи глава города Дмитрий Жариков сообщил о долгожданной новости. Только что состоялось заседание Мособлдумы, и городу Серпухову присвоено почетное звание «Город воинской доблести». От себя лично и от всех серпуховичей глава поблагодарил Юрия Олейникова. Будучи председателем конкурсной комиссии, рассматривающей заявки от муниципалитетов Подмосковья, зампред правительства ранее утвердил поступившее в адрес губернатора ходатайство главы города Серпухова, единогласно поддержанное решением Совета депутатов. Большую работу при подготовке документов провели сотрудники историко-художественного музея, депутаты, неравнодушные жители и городские единороссы. Огромную работу проделал местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», которую у нас возглавляет Кавшат Ольга Святославовна, в подготовке необходимой документации, исторической справки по городу, с которой мы выходили в адрес губернатора для рассмотрения этого вопроса на конкурсной комиссии. Теперь в Серпухове, получившем почетное звание, будет возведена памятная стела. Дмитрий Большаков, Ася Климова, Андрей Иванов, Ольга Волкова. Новости ОТВ, Серпухов.